Всем привет, с вами я, Тень, и сегодня я вам покажу такую серию очков, как с ВВП в игре Call of Duty Mobile. Но сначала не забудь поставить лайк под это видео, а также не забудь подписаться на мой канал, ведь мне будет очень приятно. Спасибо тебе. С ВВП — это крайне мощная серия очков, сметающая всех и вся на своем пути. В отличие от вертолета-невидимки, ее можно двигать, но не туда, куда захочется. Но имеется возможность управления пушкой и ракетами, которые наносят огромный урон по зоне. Одно-два попадания, и противник точно мертв. Также у этой серии очков имеется специальный сканер, который позволяет обнаруживать любых врагов в любом месте. У СВВП также не ограничен боезапас, но ограничено время существования. К сожалению, но прочность оставляет желать лучшего. Его можно сбить прямо с двух ракет, однако стрелковое оружие навредит ему довольно мало. К счастью, эта серия очков совершенно бесплатна, и ее можно получить при достижении соответствующего уровня, но, естественно, не так быстро. Все это, конечно, очень круто, но я не знаю, каким надо быть психом, чтобы накопить вот на такую серию очков. Это надо быть каким-то профи-мастером. И так, чтобы вас не убивали постоянно, а то иначе ничего у вас не выйдет. Что ж, больше я ничего сказать не могу, так что смотрите в самом конце видео, как работает СВВП. Вот как я и обещал, показать СВВП, как оно работает, как действует. Вот вы видите разрывные снаряды, ракеты и возможность смены позиции. Конечно, эта серия очков крайне лютая, но в то же время дорогая, хлипкая. И вот такие вот у нас дела. Ну что ж, понравилось видео? Ставь скорее лайк и не забывай подписываться на мой канал.